сегодня исполнилось бы 70 лет известному тележурналисту, мастеру своего дела, писателю, внесшего большой вклад в развитие казахского языка в регионе, Айтбаю Алдангарову. За свою недолгую жизнь он оставил богатое наследие. Айтбай Алдангаров родился 15 июля 1951 года в ауле, который сейчас носит имя Мамаита Омарова в сельской зоне Аксу. Всю свою сознательную жизнь он посвятил литературе и внес особый вклад в развитие казахского языка в Притыше, в таких передачах, как «Асыл Мура», «Бельгенге Маржан», «Абайдан Хара Сөздере», которые хранятся в Золотом фонде областного телеканала. К примеру, программа «Бельгенге Маржан» привлекла внимание зрителей с 1994 года. Она ставила цель донести до аудитории педагогические и воспитательные, нравственные и гуманные философские принципы Абая и его слова о назидании. Мен қазақпын, мың өліп, мың тірілген, мен қазақпын, Абай мен асқақтаған халықпын деп, еңсе көтере түскен дейміз. Ол еркіндіктің самал желіндей болып келген қуаныштан болса керек. Коллеги, увидев Айтбая Тулекұлы, описывают его как настоящего человека телевидения. Өзінің сондай ұқыпты үсті басына дейін. Он был такой аккуратный, невероятно красивый парень с шикарными усами. Здорово и органично смотрелся на экране. Я была свидетелем, как Айтбай создавал свои первые передачи. Айтбай Алдангаров, помимо работы на телевидении, председательствовал в обществе казахского языка. В целях расширения сферы применения государственного языка в области были организованы и проведены республиканские айтысы акынов. В то время он, конечно, продолжал работать на телевидении и организовал передачу «Айтыс» республиканского масштаба. Айтбай Алдангаров стал частью истории телевидения и оставил для потомков бесценные материалы. Мурат Билмажит, Зулкарнай Ирмратулла, Амир Ирланулла, Эртас Ахпарат.